Потому что Солженицын написал настолько пристрастную картину истории предвоенной России, что при всем уважении к Александру Исаевичу, к которому я отношусь с пиететом и с интересом, скажем так. Вы относитесь к нему с пиететом как к прозаику или как... Я отношусь к нему с пиететом не как к прозаику и не как к мыслителю. Я думаю, что и тот, и другой в его лице были представлены не самым сильным образом. Я отношусь к нему с пиететом как к человеку упорному, смелому и последовательно отстаивающему точку зрения и не побоявшемуся в свое время вступить в конфликт с властью. Угу. Это вызывает бесспорное уважение, и это опровергнуть трудно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».